Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор вот такого платьичка, называется Пушинка. Очень много в интернете есть схем, предложенных вариантов различных цветов. Я сделала из цвета василькового и карамельного. Пряжа брала Ализе Амбелла. Это хлопковая чистая пряжа. Вот такие вот переходики делала. Довольно-таки получилось оригинально, красиво. Сделала декор атласной ленточкой, бантиком и вот такой вот мишутка. Также использовала я вот такую схемку. Вязала довольно-таки на одном дыхании, быстро начала с кокеточки, затем отделила я для рукавчиков по 8 вот таких вот веерочков из 6 столбиков с одним накидом. То есть провязала, провязывая, сделала веерочки и переход плавненько сделала на другой цвет, как бы обвязала. Затем продолжила по схеме юбочки вязать. Вот. Получилось довольно-таки нежненько, аккуратненько. Сзади я сделала на пуговичках. У меня получилось 3 пуговички верхние. В качестве застежки я сделала их, то есть они у меня отдельно. А четвертую сделала для декора. То есть как бы здесь шел переходик, скажем так, из, так скажем, кокеточки в юбочку. И мне он... Как бы он понравился, все, он аккуратненький, но, честно говоря, как-то мне здесь показалось оттопырчато получается. Вот, поэтому сделала в качестве декора еще четвертую дополнительную пуговичку, она у меня просто пришита сверху. Вязала я платьечко на полгодика где-то, от полгодика до годика хватит, смотря какой размер ребеночка. Вот. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте. Если будет много желающих, мы обязательно с вами свяжем, сделаю видеоурок по этому платьичку. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, обязательно ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас. Пока-пока.